Всем привет! Друзья, сегодня я хочу предложить вам приготовить легкий, свежий, сочный и очень вкусный салат, который называется рандеву. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате, и не забываем ставить лайки. Давайте начнем готовить! Для начала подготовлю огурцы. Если вы используете не слишком крупные огурцы, то вот так вот просто разрезаем огурчик пополам и нарезаем вот такими вот ломтиками, вот такими вот половинками. Если огурцы у вас будут покрупнее, то нарезаем их четвертинками. Свежие помидоры разрезаем на 4 части, срезаем вот этот вот кончик и нарезаем на вот такие вот ломтики. Для салата я использую свежий укроп, зеленый лук, зелень мелко нарезаю. Брынзу нарезаю на небольшой кубик. Овощи с зеленью я переложила в салатник. Сюда же добавляю консервированную кукурузу. Салат немножко посолю. Добавлю черный молотый перец и все перемешаю. В салат добавляю брынзу, заправляю салат лимонным соком, оливковым маслом и теперь все хорошо и аккуратно перемешиваю. Салат рандеву готов! Вот такой яркий, аппетитный, свежий и изумительно вкусный получился салатик, в котором замечательное сочетание свежих овощей, сладкой кукурузы и солененькой, нежной брынзы. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!